Всех приветствую на моем канале. Вы еще покупаете колбасу? Приготовьте рулет из куриного мяса. Посмотрите, какая красота получается. Вот так рулет выглядит в разрезе. А вкус не передать словами. Обязательно приготовьте. Он хорошо держит форму, не разваливается. Куриные бедра хорошо помыла, сниму кожу и удалю косточку. Вот так мелко нужно нарезать мясо. Соль, половину чайной ложки с маленькой горкой. Перец черный молотый щепотку. Я еще добавлю приправу для курицы, 1/3 чайной ложки. Вы приправы добавляйте на свой вкус. 1 пачка желатина весом 10 грамм. Нам понадобится коробка с подсока. Верхушку я срезала. Хорошо нужно промыть внутри. Объем коробки 1 литр. Отправляем в коробку подготовленное мясо. Небольшую морковь я разрезала на 4 части. Можно морковь и не добавлять, это уже на ваш вкус. В кастрюлю я налила холодную воду. Нужно столько воды, чтобы коробка находилась до половины в воде. Сверху накрываем и доводим до кипения. Вода в кастрюле закипела. Убавляем огонь и варим на среднем огне. Приблизительно 1,5 часа. Кастрюлю нужно брать обязательно с толстым дном. Верхнюю кастрюлю я поменяла. Нужно, чтобы нижняя кастрюля была закрыта плотно. Прошло 1,5 часа. Огонь выключаем. Достаем с воды и остужаем до комнатной температуры. Как только остынет до комнатной температуры, убираем в холодильник. Вот такой великолепный у нас получился рулет. В холодильнике остывал 3 часа. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Мне очень будет приятно. Всем пока-пока!